Поверь, а лучше проверь. Полный цикл обслуживания вашего авто в одном месте. Магазины автозапчастей и автосервис. Широкий выбор запчастей для японских, корейских и китайских авто – это Корея. Французских автомобилей – это Марсель. Привлекательная цена, гарантия на запчасти и работу – это Автогарант. На Ломоносова 3 в первом автоцентре. Бывший авторынок. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. На улице Московской камера зафиксировала, как водитель седана въехал в фургон. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Московской у дома 155 водитель легковушки врезался в припаркованный Volkswagen. После удара у седана отпал бампер. Из салона с пассажирского сиденья вышла девушка, а с водительского – молодой человек. Возможно, они были пьяны. Далее парочка решила скрыться с места аварии. Водитель проверил, как работают фары. Потом он завел машину, и они уехали. За бампером вернулись позднее уже пешком. Сейчас виновника ДТП на седане разыскивают, а сам автомобиль уже обнаружили на улице Циолковского, 18. Это ВАЗовская десятка с номером Н393КТ43 регион. На Луговом переулке на парковке водитель Приоры не рассчитал маневр и въехал в иномарку. У автомобиля сработала сигнализация, из Приоры вышла целая компания молодых людей, они осмотрели повреждения, постояли и разошлись по домам. На Московском тракте гонщик на Калине не успел закончить маневр и остался на встречной полосе. Автору видео пришлось уворачиваться от удара. На перекрестке улиц Казанская и Роза-Люксембург водитель грузовика решил не уступать дорогу машине с камерой. На Октябрьском проспекте таксист на красной иномарке проехал на красный сигнал. Ну, видишь, как хорошо. Пофигу, вообще на красный. На улице Павла Корчагина грузовик без водителя врезался в другой грузовик. Удар был не сильный, впоследствии водитель беспилотника прибежал на место аварии. К счастью для него, многотонная самоходка не повредила припаркованные легковушки. Михаил Вагин, место происшествия.